Друзья, всем привет! Я только пришел, горяченькой водички набрал. Коты тут гуляют. Сейчас раскочегарим печку. Ну, я где-то часа три назад ее раскочегаривал. Но я хочу... Алло, привет! Привет, привет, привет! Так. Зима. Сегодня опять будут морозы. Получается 9 градусов. Вчера было 11. Ну, в принципе, нормально. Так. Все, нету никого. Клац. Следы еще были. Или что это? Все позаходили. Вот так вот. Ту внутреннюю я убрал. То есть, я думаю, хватит им мозгов заходить. Так, я просто им... А ну-ка, сейчас со льдом это... Ой, вот хорошие эти и заглушки. Друзья, это... потому что кто-то будет спрашивать. Это заглушки от труб. Вот, получается, вот так она в трубу вставлялась. Ну, новые трубы на заводе. Чтобы ни земля туда, ни... Ничего не попадало. О, да не. И молотком бить можно, я бью. О, куда ты? Гляньте, вышел. Куда ты пошел? А ну давай, заходи. Назад заходи давай. Ты что? Куда ты вышел? Воду услышали, что я здесь. Так, а ну-ка. Даю, вот. Сейчас буду наливать. Угу. Так. Так. Нате, нате. Сейчас ту еще сполосну. Насыплю им кушать. Но самое главное, друзья, что все позаходили. Вот, я вчера им подкинул. Но сильно много не кидаю, потому что это ненадолго. Там тоненький слой. И постепенно, постепенно уже, видите, палка закрывается. Так. Опа. Два. Два. И здесь два так и есть. Больше сюда кто-то начал нестись. Ну, сейчас, друзья, не будем мы собирать ничего. Будем все отдавать животным. Так. Что там? А ну. А ну, а ну. А на ночь их вот так, друзья. Клац. Закрываю шифериной. И все. И все отлично. Водичка, видите? Не замерзает. Хотя сейчас уже на улице градусов 5 мороза. Ну и целый день мороз держался. Утром я сегодня пришел вообще не замерзшая. Угу. Привет! Вот они вот здесь сидят. Уже туда не заходит, считай, никто. Да? Меня решил не убирать у них. Пускай на сене так и будут. Весной уберу им, так удобнее. Сейчас зима. Пускай сено лежит, да? Ребятня. Все, я им и туда немножечко набрал. По чуть-чуть набираю. Сейчас и сюда дробленки. Малышня уже ждет. На, нате вам. На. Опа. Так. Раз. Овес. Завтра поеду на рынок. Куплю еще немножко овса. Мешочек. Раз. 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 Всем понемножку. Вот. Малявки такие. Так, все вышли, да. 4, 7.
А ночка кушает зерно. Друзья, еще спрашивали, гляньте, сколько металлолома. Все я собираю постепенно. Так, вот. Раз. Ага. Видите, жар еще идет. Ну, потихонечку он тепло. Как бы уже не такое прям, как хотелось бы. Ну, нормально. Клац. Металл. Ну, это такой металл. Сейчас, друзья, я топлю вот такими досточками. У меня их много. Из того сарая еще тоже будет кубов, наверное, 3. Не, они хорошо горят. Клац. Клац. Ну, они быстро горят по сравнению с вот такими. Ну и быстро нагоняют здесь температуру. А на ночь вот таких вот я подкину. И все. Будет все четенько. Раз. 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 Летит вот эта вот пыль. Еще. А ну-ка, сейчас гляну. Все, у меня здесь все настроено. Вот так вот я открываю. Это уже одной рукой неудобно мне. Тем более левой. Клац. И вычищаю. Ну, это его там немного. Я уже его почистил просто. Как сказать? Я вспомнил, что просили показать. Думаю, покажу сразу. Все. Сейчас через минут 10 тут уже будет гореть полным ходом. Вот, друзья. Все. Видите, какая тяга? Угольки, которые не догорели. Я открываю на весь билет. И сейчас, когда оно разгорится, все, будут дрова эти гореть. И этот аж закипает. Хотя вчера я добавил полный расширительный бачок воды. То есть здесь несложная у меня манипуляция. Вон краник. Шланга вон у меня стоит. Одел, все. Открыл, включил. Там у меня зеркало наверху. И я в него фонариком свечу, и видно, сколько воды. Так что, сейчас через 10 минут посмотрим, какая она раскочегарилась. Ну вот, друзья, 10, да даже меньше, минут 8 прошло. Ну, пускай даже 10. Все, уже печка выходит на нормальный... А ну, сейчас прикрою. На нормальный режим. Сейчас уже будет... Все, пошла жара. Вот такая красотень. И все, сейчас вот такими дровишками. А на ночь, я же говорю, вот эти подкину, и все. До утра... Ну, сейчас не такие прям морозы. До утра, ну, 12. А так вообще нормально здесь до 20. И даже бывает, когда вот, вчера днем накочеварил, я же говорил, что буду кочеварить, почти 25. И еще Катя мне всегда, ну, когда холодно, мы так делаем. Я утром иду сюда, раскочегарю. Ну, печку быстренько раскочегарил. Ухожу, гуляю с Баксиком. Собираемся. Ну, круг делаю. Собираемся, идем сюда. И тут уже как бы тепло. Хорошо. О, кстати, друзья. Коты. Увидел котов. Спрашивают, что я котам не сделаю лежанку. У них есть, друзья, лежанка. Но больше всех... Больше всего им нравится именно вот эта стулка. И это не означает, что они лежат как бы друг на друге. Это же коты, они такие, ну как бы и есть, что они там друг друга облизывают. Они, наверное, знают, что они родственники. Кому-то захотелось, пошел туда. То есть им не жарко, тепло же вверх поднимается. Ну да, там может
Возле батареи градуса может 35. Им хорошо, они там вообще лежат, кайфуют, что летом. Поэтому, ну, для них самое лучшее, им нравится именно вот эта стулка. Ну, а что-то им городить здесь зачем, если им и так удобно. Мы их отсюда не прогоняем, здесь возле печки, и они сидят, греются. Кто-то, я же говорю, кто-то там спит. Маркиз бывает часто спит вот здесь, на этом, на столе. Так что, друзья, коты это, ну, как бы им нравится эта стулка. Ну и мы их не прогоняем. И делать им, я же он сделаю, говорю, им лежанку. А сюда я вообще думаю вот это кресло куда-то вынести. Здесь перестановочку небольшую сделать, чтобы было все нормально. Кстати, вот, друзья, на улице мороз. А сейчас получается здесь... А ну, ух ты, блин. Ну, здесь возле окна. 13 или... Или 14. Ну, какая разница. 13 градусов. Сейчас буквально через полчасика уже будет на нем 20. И тогда я включаю вентилятор, и уже отсюда идет теплый воздух и прогревает весь сарай. И тогда отлично будет. Ну, я же говорю, сейчас часика 2 потоплю еще, и на всю ночь отлично им будет хорошо. Так, Катя скоро придет, а я пока еще сейчас почищу. Друзья, получается, минут 40 прошло, может, плюс-минус, и уже я запустил вентилятор. Труба вот эта вообще горячая, друзья. Ну вот, я вчера семечки промыл, только они были прямо сырые. Сегодня уже я их пошевелил, ну, чтобы они не были таким пластом. А это те, ну, что здесь лежали. Так что, ну, кстати, вот здесь уже почти 20. Ну, я же говорю, оно быстро. Здесь особенно от трубы. Да я даже, а ну-ка. Ай, Маркиз, осторожно. Вот, видите, она полностью, труба горячая. Тем более я недавно прочистил. То есть здесь вообще... Великолепно. Я вон пока походил на улицу, мокрый весь лоб. Так что печечка вообще великолепно работает. Но если бы я знал, надо было больше теплообменник делать на трубу. Он бы еще быстрее, как бы батареи бы прогревались, а быстрее бы. Так то они, в принципе, да, ну здесь уже горячее. Все. Я даже уже один подкинул вот такой. Ну, сейчас буду выходить, возьму тех, пока на ночь. Ну, как раз у меня хватит, я еще, может, один кину пока здесь. А на ночь полную забиваю, закрываю, и оно уже, как бы, батарея горячая, оно там понемножечку горит. И дрова хорошие. Володя, все, там уже полностью управился, и свет выключил. Хочу сюда, друзья, я уже же показывал, ну, люди советуют, что нужно кидать индюкам. Я тоже это понимаю, потому что зимой энергозатраты, ну, как бы она еще тратится на то, чтобы согреть себя. А кукуруза это жир, как бы, и он согревает. Все, индюки сидят. Ну, здесь у них, конечно, не май месяц, но я им подстелил сенца свежего. Не стал тут чистить, просто сверху подушечку такую подкинул им. Ну, сквозняков нету. Понятно, что здесь, как бы, ну, друзья, это птица. У них природой заложено обогрев.
Но сегодня и лампочки купил. Сегодня уже не буду менять. Завтра им поставлю ту лампу. Хотя ничего не буду делать. Водички тоже тепленько им набрал. Вот я же говорю, сегодня было ночью холодно. Вода у них как бы корочка взялась. Но они выклевали и, то есть, попить смогли. Так что, такие дела. Почему, друзья, и печка у нас в сарае? Мы раньше, кто знает, у нас были тоже свиньи. И на откорм большие породы мы держали. И когда в сарае тепло, свинья поела и не тратит как бы энергию на то, чтобы согреть себя. Они бы, я знаю, что они бы не замерзли, если бы я даже не топил бы в сарае. Мы держали раньше, когда только начинали, у нас сарай вообще замерзал, отходы жизнедеятельности ихней, вот это, что они в туалет сходили по-маленькому, и оно замерзало, вот такой вот рыжий пласт был. И ничего, никто не умер, соломки подкинули и все. А сейчас намного проще, потому что и мы здесь долго находимся, для себя как бы тепло. И животные. Катя уже, наверное, пришла. Володя услышал. Ага, пришла. Вон я вижу. Пришла уже. Да? Пришла. Тепло? Да. Как дома, да, зайка? Так, только когда Катя говорит, выключай, а то шумит. Ну ничего. Да, я им только подавал, сейчас буду начинать чистить, зай. Козы что-то хотят от меня, но я им ничего не даю. О! Не знаю, слышно? Гудит уже. Но не закипало, еще ни разу не закипало. Здесь воды, в принципе, предостаточно. Все, друзья, видите, как я и говорил. Катя пришла, и тут уже как дома. Тепло. Она занимается. Ну, и хорошо здесь, и нам уютно работать. Я же говорю, и животным тоже плюс. Кстати, друзья, по поводу лампочек хочу сказать. Вот мы сегодня взяли индюки. Я что решил ту оставить? Она, в принципе, это им не греет. А они ее просто, это, видите, лампа накаливания. Они, видать, ее там трогают, летают же, прыгают. И она как бы стряхуется, сама вот эта спиралька. И все. Поэтому, ну, я взял на запас, а они пригодятся. И взяли вот такую сегодня 250 ватку. У нас две 150-ки есть, но они тоже разбиваются, лампы. Поэтому, ну, на запас взяли. Тем более, это я увидел, недорогая. 190 гривен, 250 ватт. Тем более, скоро и козлята будут, и поросята. Ну, нужно все равно. Поросятам вообще нужно тепло. И, друзья, для козленка взял вот такую вот горелку. Ну, получилось, я не ту взял немножко. Надо было вот такую брать, что когда переворачиваешь, оно горит. А это, когда переворачиваешь, пламя меняется. А у меня две штуки есть, но она ни одна не работает. Вот это еще полбеды работает, ее нужно зажигалкой подпаливать. А это я покупал новую, два раза она включилась, и все. Вот, новая горелка. Я не знаю, что с ними не так. Ой-ой-ой-ой, мой фонарик. Еще и беда случилась у меня вчера, друзья. Глядьте, сломался мой домашний фонарик. Аккумулятор, в принципе, тут хороший, я его уже проверял. Сегодня хотел найти, именно вот такой я хотел. Нигде нету. Там всякие такие, ну, плохие. А этот прослужил года, наверное, 3. И вчера взял вот так, выключился и все. И, друзья, взяли, не было йодоклина, взяли вот такой клеосан. Но это то же самое, это засип для дезинфекции, друзья. Ну, мы берем и, знаете как, спокойнее себя чувствуем намного. Раз в неделю мы сыпем. И, как бы, знаете как, все равно, немножечко вроде бы обработал. Здесь и запах такой приятный становится. Ну и вообще, и ты в голове думаешь, что сделали дезинфекцию, меньше всякой заразы будет. Так что,
Сегодня хотели взять же этот йодоклин, мы обычно йодоклин берем. Но перед нами продавец говорит, буквально там за два часа назад забрали 10 пакетов. Ну, она говорит, это то же самое, да, и здесь же все то же самое. Вирусы, бактерии, вирусы, грибки. Короче, очень хороший. И мы берем постоянно его. Так что, еще взяли аптечку немножечко, у нас закончился. Амоксициллин взяли на 100 килограмм, 10 кубиков. Ну, у нас свиньи, в принципе, небольшие, если что, как раз на одну, на всякий случай, чтобы у нас был. Он у нас, он еще стоит, но тот такой уже, знаете, давно стоит, и мы, он недорогой, думаем, возьмем. Так у нас все препараты есть, которые необходимы. Там, если мы смотрим, что-то заканчивается, мы сразу берем. Ну, чтобы аптечка всегда была. Потому что... А он, кстати, йодоклин. Потому что, друзья, сейчас что-то, не дай бог, случится. Вот так вот вечером. Ну, всякое бывает. Потому что мы же уже в хозяйстве не первый год. Уже знаем, что лучше пускай оно лежит. Но когда оно понадобится, его нету. Это хуже всего. Ты в голове не знаешь, что делать. Хочется им помочь. Ну, кто, не дай бог, там заболел. И купил я, наконец-то, липучки. Потому что мухи еще летают, видите? Вот они, живучие. А что, тут тепло, они, у них практически ничего не поменялось. Что лето, что зимой. Так что, сейчас буду убирать. Ну, друзья, уборка, это... я забыл еще котам. Сегодня были в супермаркете, оно по акции. То обычно мы им берем вот такие вкусняшки, когда там две пачечки. Сегодня взяли... 4 пачки, они очень любят, и Володька любит. Гляньте, 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 что творят. Как будто никогда не ели ничего. Молоко стоит, а они... Вот что они туда сыпят им? Какую-то по-любому приманку. Люди же тоже любят вкусненькое. Да, 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 да. Как люди, чипсы всякие тоже. Оно же ж вредно. Ну, а люди любят. Сейчас еще почистим и будем. Ну, короче, друзья, без этого никуда. Это по-любому каждый день. Чтобы покормить, почистить, натопить печку. И все. Вон, гляньте, какие животы. Кстати, друзья... Я не знаю, написали нам комментарий, что говорят, муха худая. Это может так передается, я не знаю, но она практически как Фиона. Она сейчас даже лучше кушает, чем... Не, она, друзья, вообще, она больше стала намного, чем первый раз, когда поросилась. Аппетит хороший, поэтому я не знаю, кто обратил внимание, что она шикарная свинья. О, гляньте, какая. Да не бойся, мух, не бойся. Вот. Ну, меньше немножко, да, она, чем Фиона, но я же говорю. Вот, Фиона тоже самое, гляньте. Такая же свинья. Да, они, если отсюда смотреть, она одинаковая. Да? Одинаковые, гляньте. Муха и Фиона. Ну, Фиона сейчас ближе. А ну, давай, иди. Рядом, иди. Иди. Вот, гляньте, друзья. Одинаковые, да, Фиона ближе. Одинаковые свиньи, даже ростом одинаковые, друзья. Как бы я вам показать. Ну, короче, мы вообще здесь никаких проблем не видим. Просто человек написал, может, что-то ему показалось. Все у них отлично, великолепно. Да, Пумба покушал. А я немало ему насыпал, зай. Бо он уже съел все. Что ты хочешь, кабачки или чесаться? А, он и чесаться хочет, и кабачки. Давай. А, ничего себе. Хотя их кто-то балует. На. Ага. Угу. Съел, и те орут. А, это они меня слышат. Я же тут раскричался. Они думают, я несу этот. И свиньи замолкают там.
Они думают, что я даю арбузы. Нет, подождите еще. Ты молоко давала, Зай? А, ну все, да. Молоко Катя дала. Получается, сейчас будет... Ждут этот. Ну все, друзья, будем сейчас давать. Чудиков выпустим немножко погулять. Сегодня яйца нету. Уже, друзья, сегодня не получится, а завтра я прикручу туда гнездо. Может, уже кто-то будет... Ну, может, она снесет в гнезде. Так что... Такие вот дела. А, ты им этот дала. Все, сразу замолчали. Им нужно еще подсыпать, наверное. Все, вылезали. Да, они уже... Надо больше, Зая. Я тоже больше. Смотрю. Я молчал, ну... Это хорошо. Катя говорит, без меня не сыпь. Я же вижу, да. Надо добавить чуть-чуть. Да, ну вытри, я тут тебя грязно. Печка? Да. Она не вытрется, теперь только купаться. О, гляньте, все. Никак не получится, да? Не, боится. Она подрастет и не будет так бояться уже. Все, друзья, будем мы дальше заниматься. Что-то, что они хотели, да? Всем пока. Все, друзья, всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки обязательно, пишите комментарии. Всем пока.